президент подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности. Это закон об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Ранее он был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики. Документ вносит изменения в законы, регулирующие деятельность ряда правоохранительных органов и военизированных организаций. Также подписан закон о государственной защите, расширен круг лиц, подлежащих таковой. Волонтеров приглашает Славянский базар в Витебске. Подать заявку может каждый желающий из любого города Беларуси, достигший 18 лет. Нужно заполнить анкету на сайте фестиваля. Каждый год из большого потока желающих отбирают сотню самых активных для помощи на разных площадках форума. Анкеты принимаются до 14 июня. Юбилейный 30-й фестиваль пройдет с 14 по 19 июля. Отобрали телефон и сняли кроссовки средь бела дня в Минске. Уроженец Слонима приехал в столицу на заработки. Столичные приятели с зарплаты потребовали долю на спиртное. Когда парень отказал, его избили, ограбили и разули. Оперативники заводского РОВД города Минска обидчиков нашли. Теперь грабителей ждет следствие и суд. Водителя спасли из разбитого автомобиля в Гродно. Машина «Форд» пробила бетонный забор частного дома. Салон авто сильно деформировался. В нем находились водитель и пассажир, оба без сознания. Кусачки, домкраты, вскрытие крыши автомобиля. Спасатели извлекли пострадавших и передали медикам. Пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. 18-летнего водителя госпитализировали. Причины ДТП расследует госавтоинспекция. Во вторник, 18 мая, погода обещает дожди. Будет облачно, ночью и утром местами туман. На большей части территории дожди, в ночные и утренние часы местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью составит от плюс 10 до плюс 16. Днем будет от плюс 15 до плюс 21. По востоку воздух прогреется до 23 градусов.